Уважаемые подписчики, всем добрый день! Зима 2022 года. Актуальные цены на сегодня. Сейчас покажу вам полноценную однокомнатную квартиру, где изолированная комната и кухня по интересной цене в готовом доме с ремонтом и мебелью. То есть вы можете просто прийти, положить свои личные вещи и переехать в самую солнечную Анапу. Ну, пока она не сильно солнечная, холодно, я замерз. Ну ладно, в общем, пойдемте сразу в квартиру и расскажу как раз про инфраструктуру. Жилой комплекс «Времена года» – это обособленное количество домов со своей мини-инфраструктурой внутри. То есть детские площадки, спортивные площадки, тренажеры и все, что необходимо для прогулок мамочек с детьми или просто взрослых людей, здесь имеется. Продуктовые и промышленные магазины находятся на расстоянии 5 минут неспешным шагом. Гипермаркет «Магнит», «Пятерочка» и другие моменты тоже поблизости. Совсем недалеко находится восточный рынок, точнее остатки от восточного рынка. И разные промышленные магазины, то есть если вы делаете ремонт в квартире, здесь тоже далеко ходить не нужно будет. Кстати, по поводу ремонта. Ремонт с нашей компанией, а именно с компанией «Неаполь», это недорого и качественно. Причем мы даем гарантию на все работы 1 год. И вот мы находимся внутри квартиры. Полноценная однокомнатная квартира с перегородкой, где есть отдельная комната и кухня. То есть, если к вам приехали друзья, товарищи, знакомые, вы можете разделиться по комнатам и никому не мешать. Идем смотреть зал. Заходим в комнату. Здесь есть спальное место. Высота потолка полноценные 2,7 метра. Обои, двери, плитка. На полу линолеум, такой коврик. Все, что на видео, включая стиральную машинку, которая будет чуть-чуть позже, остается и входит в стоимость квартиры, о которой я скажу в конце. Итак, спальное место. Здесь шкаф-купе, люстра. Проходим сюда. Место под телевизор с антенной и окно, из которого можно видеть улицу Парковую, а перед домом нет ничего, то есть вид окна в окна не будет. И, кстати, здесь тихо и спокойно. Можно открыть форточку, и ничего не будет шуметь. А вот здесь дополнительное спальное место, которое можно разложить, если к вам приехали родственники или друзья. Кстати, очень мягко. Мягко и комфортно. Можно чуть-чуть расслабляться и медитировать. Все в порядке. Ну что, посидели и хватит. Идем на кухню. Площадь кухни примерно 10 квадратных метров, даже чуть-чуть больше. Здесь есть дополнительное спальное место. Тоже раскладывается стол, холодильник, газовая плита. Какая газовая? Она же электрическая. Ребята, кстати, забыл сказать, важным плюсом данного дома является отдельно стоящая газовая котельная, то есть у вас отопление будет недорогое по тарифу, и электроплиты, то есть сниженный тариф на электричество. Так, вода, естественно, здесь есть, горячая, холодная. Так, все работает. Это все остается и входит в стоимость квартиры. Ну и, естественно, пойдемте на балкон, покажу вам его чуть ближе. Площадь балкона чуть больше 3 квадратных метров. Панорамное остекление, такие шторочки, чтобы солнце летом не сильно шпарило. Ну и здесь можно вынести столик, пить кофе, смотреть на улицу. В общем, дополнительная квадратура вашей квартиры. А также здесь можно сушить белье, чтобы оно не было нигде в квартире. Выносите сюда сушилку и делаете нужные вам вещи. Выходим с балкона и идем в санузел. Проходим кухню, здесь коридор, попадаем в санузел, ванна. Ну, естественно, все как положено здесь есть, потому что квартира жилая, заходите и живите. Причем квартира подходит под ипотеку. Водичка, унитаз, стиральная машинка, зеркало. Это все входит в стоимость квартиры, о которой я скажу буквально через несколько секунд. Итак, ребята,
Ипотеки, различные сертификаты, материнские капиталы – в этой квартире все проходит. Стоимость на сегодня составляет 4 миллиона 870 тысяч рублей. Это более чем привлекательная цена для готовой квартиры в готовом доме, куда можно зайти, бросить рюкзак и жить. В общем, я предлагаю, как всегда, самые ликвидные на рынке варианты. Оставайтесь с нами, следите за обновлениями. И пока-пока, увидимся в Анапе.